Реакция отрицательная. Депутатский корпус не поддержал решение Сергея Панчина уйти в отставку. О том, что глава города хочет оставить кресло городначальника, он заявил лично журналистам на пресс-конференции, которую также сам организовал накануне в срочном порядке. Чтобы донести свою позицию, оперативно собрались и депутаты. Мы сегодня настаивали на том, чтобы глава города свой пост сохранил и поработал, отработал весь срок полномочий для того, чтобы выполнить обещания, исполнить наказы, и для того, чтобы наш город развивался быстро. Председатель Ульяновской городской думы поддержали остальные народные избранники. Каждый просил не уходить, не бросать, довести дела до конца. Я вас прошу еще раз хорошенько все взвесить и принять мудрое решение работать на благо горожан. У вас для этого все есть. И команда, и опыт, и работоспособность. А самое главное, у вас есть политический вес. Я как депутат, как горожанин, как просто житель железнодорожного района не даю вам добро на ваше заявление. Давайте будем более честным перед населением нашим и будем отрабатывать так, честно, добросовестно. Отработаем свои сроки и уйдем, как на заслуженный отдых. После всех выступлений слово взял и сам виновник торжества. 67-летний Сергей Панчин, так же, как и журналистам, заявил коллегам, что устал работать круглые сутки. «Не могу больше терпеть пустые отписки подчиненных. Устал смотреть в обманутые глаза людей», — добавляет городоначальник. Однако глава города приносит свои извинения за поспешность в решении. Признается, что эмоции оказались выше здравого смысла. «Мне просто на сегодняшний день было настолько обидно, настолько неприятно было вот таким вот образом. Поэтому я и подумал, что в этом отношении легче принять какое-то такое вот решение, чем на сегодняшний день обслуживать ту категорию людей, которая обманывает тебя. И, конечно, я принял решение, то, которое потребовали депутаты, для того, чтобы я продолжал исполнять обязанности согласно того контракта, который я подписал». По контракту Сергей Панчин должен возглавлять город до 15 июня 2023 года. Рената Леулова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.